Привет, мой друг. Намасте. Это мудро намасте сегодня очень популярное во всем мире. За руку поздороваться же нельзя. Микробы переносятся. Коронавирус. Поэтому, видите, как хорошо. И больше людей познакомиться с мудрой намасте, намаскар. Да? Намасте. Намаскар, намаскар. Окей, это здорово. А что сейчас видео включил? Сижу на песке. Сижу здесь на море. Видно ли? Море. Сижу, пью чай. Сижу, пью чай, образно говоря. Сижу, медитирую. Время час дня. В принципе, жарко, да? Жарко. Уже сейчас самый разгар, жара. И людей никого нету. Да, сегодня у нас 17 марта, 17 марта 2020, и в связи с чисткой, которая проходит по всему миру, да, и с этими вирусами, народ поразбежался. Ну, кто-то разбежался, кто-то поуезжал, многие поуезжали. Многие сидят по номерам, в своих домах, в своих гостиницах и так далее. Ну, то есть мало кто ходит сейчас по местам. Ну, тем более индусам сказали, что где-то уже не 5, может быть, назад, так официально закрыли школы, публичные места и все такое прочее. Да. Сидите дома, не распространяйтесь никуда. Ну, как во всем мире, так понимаю. Посмотрел выступление президента Зеленского в Украине. Сегодня тоже позакрывали общественные места, ну и так далее. Ну, вы знаете, это лучше меня, наверное, потому что я новости не смотрел, а сегодня так увидел. Телеграм, посмотрел видео. Ну, а я о чем говорю-то, совсем о другом. Вот сижу на песочке, вот это такой вот, естественно, такой навес, вот это вот такие деревья, кустарники, похожи на пальмы, но они такие колючие, вот, колючки такие, да, видно, нет? Очень большие, сильные колючки такие. Вот. В общем, сижу такой, медитирую, и это только индусы способны на это, и подходит индус. Подходят они такие, всегда улыбающиеся, такой, сел, такой, сел, сидит, минуту ничего не говорил, так и сидит, такая, сел возле меня, так и сидит вот здесь, под навесом, такой. Сидим, смотрим на море, молчим, смотрим на море. Ну и потом, он, по-английски он не очень говорит, а я на его языке точно не говорю. И какие-то слова начали говорить, что-то начали спрашивать, что, чего, куда. Предложил мне в конце сигаретку, самокрутку какую-то свою. Я говорю, не курю, он говорит, ну, бери, ну, я уже так, это уважение уже, вот, вот такая вот его сигаретка, самокрутка. Табаком пахнет, да, табак, прикольно, нравится мне табак, когда пахнет. Ну, в общем, посидел он, покурил возле меня. Ну, не буду я говорить, что не курю, ему что сказать. В общем, так, поговорили ни о чем. Но что интересно, вот, что мне интересно, что понравилось, что вот мы сидели, почти не разговаривали, да, и мне было комфортно вот просто быть в тишине, смотря на море. И где вот можно увидеть у нас, в наших краях, чтобы вот такая штука была, что вот человек незнакомый подошел к тебе, сел за тебя, сидит там, молчит, там пару слов бросает, и тебе с ним комфортно. Я такого не встречал. У нас такого не было. А здесь такое происходит. И это чудесно. Просто незнакомый человек подошел, сел за тебя, сидит. И энергетически, мы общались энергетически. Это было классно. Это было классно. Вот о чем это все я, что хотел вам сказать. Ну вот, как просто можно радоваться жизни, да, быть, не нужно какие-то там
поводы большие. Просто подошел к человеку, сел, посидел, поговорил. Просто ни о чем, да, и почувствовал общение, почувствовал какую-то радость, наполнение в жизни. Это уже прекрасно. Ну, пожалуй, все, друзья, это то, что я хотел просто сказать. Просто классно. Я сижу такой, балдею здесь. Очень классно такое место здесь. Природное, сделанное вот такими кустарниками, очень красиво. Спокойно. Народу нету, поразъезжались все. И можно сидеть и смотреть на море и наслаждаться природой, медитировать. Это так классно, я скажу, суперовское. Просто шикарно. Вот, смотри, какое прекрасное море. Какое прекрасное море. Море сегодня замечательное. Очень, очень красиво. И в тишине такого мирозрения, мировоззрения, наблюдая за миром, мы находим свои откровения, находим мудрость, ради которой мы сюда пришли, в принципе. Я, наверное, зажмуренный весь от солнца. Да. Ну что, друзья, всем любви и радости, живите в благости, наполняйтесь жизнью прекрасной. И, кстати, да, вот как раз в связи с этим же, с этим процессом чистки, этот вирус, который помог людям уйти больше в себя, в свою семью, больше быть своим окружением, отлучиться от суеты ненужной. Друзья, используйте это во благо. Прекрасное время. Я уверен, что пройдет. Я думаю, что это все закончится через месяц максимум. Ну, как все жарко станет и все. И этот период, он нам будет долго помниться и даст нам много пользы от чего того, что. Представляете, сколько людей, да, весь мир имеет возможность побыть больше в себе, со своей семьей, помедитировать, подумать о жизни, о себе, остановиться от суеты, которые они так долго находились, мы все находились в это время, в этой суете. И вот сейчас, когда вынужденно, да, тебе говорят: эй, друг, остановись, побудь наедине с собой, со своей семьей, своими друзьями, подумай о жизни, помедитируй, пообщайся с Творцом, со Вселенной. И я уверен, что прозрение будет, это очень классно, это очень прибавится больше духовности в нашем мире, больше осознания. И, конечно же, это самое-самое важное, внутреннее вот это осознание, открытие. Мир поднимется на новую ступеньку. Это потому что этот карантин, он, я так думаю, где-то месяц будет, наверное, точно. И вот он начал, сколько недель прошла где-то официально. А также я хочу заметить то, что в моем понимании будет также и изменение не только в умах людей с точки зрения осознания себя, окружающего мира, но и с точки зрения переориентации на работу, на вид работы, на бизнес несется изменения какие-то. Какие могут изменения быть? Но то, что месяц люди, да, будут в карантине, как минимум, я полагаю. А жить-то надо, да, это же финансовая, это большая финансовая убытки для предприятий, для бизнеса. Поэтому я думаю, в этой связи вот эта ситуация подтолкнет на новые виды отношений рабочие, работники, бизнесмены. И люди будут находить новые способы обеспечения себя материально. Так мне кажется. То есть что-то будет новое. Будет новые возможности, новое расширение пространства, наполненного радостью и счастьем. Это то, ради чего мы здесь и находимся. Я всем вам
об этом напоминаю, вы это прекрасно знаете без меня, просто озвучиваю это все. Все, дорогие мои, давайте радоваться, и все, что дает нам Вселенная, Творец, это все во благо, мы знаем, что это все во благо. Нам нужно только принять и получать плоды этого процесса медитации, наслаждения, так важно. Всем любви и радости, живите в благости. Я не от солнца, просто глаза закрываются, как будто я засыпаю. Всем любви и радости, живите в благости. Да будет с вами мир, любовь, радость и счастье. Я знаю, и ты тоже знаешь. Ты можешь это делать, продолжай это делать прямо сейчас с нами, с Green Mind Life. Мы живем на яркой стороне. Намасте. Покажу вам еще кусочек моря. Hey.